дорогу до гриба 50, заход у них 50, туди кінь. У гениев мысли сходятся. Ну, они будут контрить там... Я весь внимание. Хьюманакс, они... Ну, Хьюманакс, они темные, там, где дороги будут. Более даже светлые. Те. Договорились. Прощай, чужеземец. Ну, мы вроде так издали, подбили. Ну, я им, может, и понимаю, что если помогут нам технологии, то с них не лугуют. Мы можем к ним пробиваться, только оса нету никакого. Можно, могли бы, конечно, с крокодилами скрестнуть, захватить их, попытаться там. Но у них сильнее, как бы, флот. Ну, не весь, но корабли могут оказаться сильнее. А у нас здесь, это надо еще корабли, еще плюс десант, плюс... Это время затянет. А там планет особо-то нету хороших. Кроме их, никто с вами не... Ну, три системы. Да две, по сути. Но отсюда нам даже выгоднее, если он... Ну, вот серпент, мы узнаем, что серпент есть тут проход или нет. Если нету, неизвестно, что будет. А если есть, кто-то крокодилы пускай держат в этом направлении. Мы могли бы через Буланин, а тогда... Очень туго. Ну хотя, почему? Вот скала-то... Аклари могут на Фелис этот выйти, направо или червоточин. А с этой червоточиной выпасть сюда, дорога. Как бы к себе в тыл. И к Ларам к этим. Ну и сюда к нам развиваться. А мы к Псилону будем продвигать. Ну кто-то единственный путь оставшийся к Псилонам. Но он ее, скорее всего, закроется. И куда мы развим? Мониус, мы червоточины. А червоточины есть выход. Сюда куда-то. Но у них еще система, и, например, сюда они выйдут, и куда они пойдут. Все мы тут будем. И на этой стороне тут, кроме вот этот Буланин, один вот этот хороший. Где-то был. Вот это самый лучший. Ну так кинически мы можем за 2 пару терраформ. Без денег тут не выжать. Радиоактив. И кто-то его захватит. В общем, все смутно. Ну как бы путь есть. Буланин, Монил. Отсюда опять эти крокодилы. То есть им надо было через верх. Морок. Ну не знаю, есть тут ход. Ну возможно есть какой-то ход. Только дело так, а потом аккуратненько, если не будет никуда лезть, они все это погодят. Как морок. Микрония. Карликовый. Крупный карлик, короче, целый два. А вулканоиды где-то еще должны быть. Псилоны люди и вулканоиды где-то там. На той стороне. То есть сюда выбраться. Летим через ромб, чтобы подойти. И к всего. Ну сейчас разведчика придется вывести.
Ну, ситуация, когда все вот так вот, раз, два, три, четыре, почти пять, какой-то, ну, не скажем, что полное окружение, куда-то вырваться, насколько с этими смыслами. Самое быстро, сколько дело. А, ну, и без них булрати обойдут, а Миклар это точно рано или поздно тут свистнулся. Не, круто, если Миклары с Реном воевали, они по военным силам где-то сопоставим. Конечно, по Ренам бы не особо выиграл, но они бы не проигрывали, но давали бы чуть-чуть. Но они медленно развиваются, к середине игры мы хорошая планета, все типа идеально, да. Орлеан. А воевать они как, они говорят, крутые типа вояки. На них никто не нападает, они не воюют. Лучший меч, который у нас. Ну лучше меч никто не будет. Как захочет. Попробуем. Ну да, ситуация. То есть на несколько направлений захватишь, чтобы тут что-то предпринять. Ну Бетти это почти Скорпиус Фиероса. Океанический аватария. И будут как бы приковать вот это. Еще две системы, три планеты и плюс тут какие-то. Юкс, весь ли на Юкс это? Ну, одна планета, по сути. Она будет только сложнее с руки держать. Ну, то есть, если здесь силы какие-то поставить, кроме базы еще куда-то флот держать, то чтобы обратно долететь, она так длинная. Ну, надо движение делать. Второе. Можно даже посмотреть, сколько конкретно туров. 4. То есть тур. И тут еще 3 тура лететь. А на движении будет пару туров. И тут по 2. Ну пусть по 2. Экран мы не будем брать. А если взять экран, если бы он, мы знали, ну, на базу, например, он будет ставить свой базу, этот экран, черт. Или комплекс подавления лучше, потому что на ракеты будут сбивать. А экран он не сбивает, он только урон получает. Если комплекс стоит на базе, то есть мы комплекс раньше не брали, но в такой ситуации мы сбивали. На кораблях его не будет, или отдельный корабль с комплексом стоит. Надо. Но здесь какой-то гандикап времени относительно есть. Никакой нужды еще не то, что не поломато. Верно? Молодец. Ну, конечно. Пускай подумает. Достойную сделку. Не грех и снова заключить, не так ли? Знает все. Рука Дарлока. Наплечник Булгратель, то ли нас наплечник Фьера. Ну, наручи этой. Шпионов дорог. Неплохо было. Ну, пускай мы добыли карту, сколько, пускай. Когда много вариантов, то и много вариантов. Зачем на нас нападать, когда там есть куча? О, он говорит, что берел. Берел, берилы. Ну так, насколько он тут берил? Большая, токсичный, крупный. Большой...